Значит, смотрите, если какие-то мысли с тобой испытались, если своих нет, вот там мысли, тут по 10 отобрать, я прокомментирую одну из них, переговорим. Ты готова, да? Давайте. Да. Возьмешь теперь большой мастикин. Распределишь вот там, где у нас, эта даль. Угу. Вот пусть оно вот так неопределенно распределенно будет. Угу. Небо там светлое, но мы пока его не будем вкладывать, чуть потом. Угу. Теперь берешь голубой, желтый, получился зеленый. Угу. Вместе с коричневым будет сложный цвет. Угу. Вот этим цветиком вот так набирая. Вот так набирая. Создашь темноты, да. Создашь темноты. Светло ты создашь в пользу желтого. В пользу желтенького будут светлые мотивы. Сейчас. Значит, наберешь этих. Это вот это, да, да. Угу. Речечка. Все те же цветики, только в этом направлении. Нарочито в вертикальном направлении. Ты видишь, сразу появляется вода. Плашмя мастихином раздавливательно, а здесь штриховательно в разных направлениях. Вот такое. Плюс сиреневизна. У тебя будет второй план. Вот этот. Вот он. Плюс сиреневизна. Зеленце. И у тебя сейчас все пятна выстроятся и начнем уже дальше развлекаться. Угу. Коричневости можно туда с краснотами вот этими загнать. Вот они, темности. Загнать темности. Хорошо? Значит, розовый, голубой будет очень темный цвет. Не знаю, что, где, откуда здесь голубой взялся? Зеленый. Ну нет уж, да, там его. Чего? Вот чего он там портит теперь жизнь? Понимаешь? То есть забить это дело. Здесь более светло. Более светло. Очень вертикально. Да. И теперь, когда у нас, ну, какая-то цветовая история возникла, мы начнем. А, теперь мы, наверное, все-таки положим уже наше голубенькое небо. То есть дозамешаем, или синенькое, или голубенькое. Дозамешаем цвет небочка светленький, да? И вот прямо таким образом раздавим туда белило. И после этого возьмешь тряпку. Возьмешь тряпку розочкой, вот такой. Вот такой розочкой. Возьмешь желтотики, голубоватости. И начнешь создавать идею множества. Сзади, да, пока это, да, не трогаем. Идею множества. Причем ты видишь, я чуть-чуть делаю запятую, чтобы это был скорее мазок, чем просто макание. То есть просто макание, это фу, а вот это не фу, а живопись. То есть мазок, но тряпкой. Понакидаешь. Вот эту рябь мазочков просто. Тряпка это сделает очень быстро и довольно качественно, ты видишь. А вот этот кусочек тоже сюда? Нет, ну, конечно, какие-то цветочечки. Да, подложи. Когда ты это все накидаешь, когда эта бахрома краски ляжет на пол, там же еще светлые есть, вон, прямо совсем желтевенькие, белесенькие, и их тоже чуть-чуть положишь. И когда у тебя все это ляжет, можно будет развлекаться подробностями уже. Посмотри, ну, у тебя 30 минут на все.
Очень культурный слой. Суши. Ну, это уже человек разумный, все в порядке. Так, небочка не досветлила. И отсветли чуть-чуть вот эту заднюю горочку. А заодно и вот эта пространствочка чуть-чуть отсветли. Значит, небочка там по такой траектории. Это небо такое. Ну, я имею в виду, что линия касания здесь вот такая. То есть светло. Небо светло. Сбреешь, положишь светло. Ты слишком темно его положил. Вот. Хорошие звуки. А, ну это же я сделал, да? Нормально. Ладно, хорошо. Я сделал. Вот, хорошие звуки. Все, молодцом. Значит, деревья, прежде чем ты будешь их разрабатывать, ты сначала их просто порисуешь вот так. Потому что пока на этом этапе можно это стереть, если будет что-то не так. А потом уже будем рисовать более... А вот ты понимаешь, сперва вот это вот положить, а потом... Да, сначала вот эту светлоту. Вот, а потом нацарапаешь деревцов. Я даже не понимаю, да. Темный зеленый сюда. Можешь тряпкой. Светлый зеленый положишь мастихином густо. Возьмешь бирюзовенький для нарядности, плюс желтый. И у тебя здесь будет очень хорошее светлое пятно. Такое нарядное. Ага. Там идейка воды вдали. Симпатичная, ее положим, блестящие воды. И немножечко можно сразу подсунуть вот этих настроений, просто чтобы они у нас уже появились. Здесь отражение, поэтому все висит. Висит. Здесь светло. Засунешь это светло, да. Коричневый, синий, заложишь вот эту мощную темноту мастихином. Вот так вот. Заложишь эту темнятинку, заложишь. И тоже немножечко поотражаешь. Посмотри, как оно быстро и вкусно лепится. Ты делала так. То есть сложнее ничего невозможно придумать. Ты ставила, смотрела на картинку, а потом из угла в угол так вот резко проводила. Так, конечно, очень тяжело. Деревья – это не шланги. Это нечто коряжестое, которое можно спокойно, не борзяся, вот таким образом нагнетать. И веточки эти нагнетать больше, нежели чем неистово проводить. Согласна? Что это неистовое было движение. Вот. Поэтому чуть-чуть вот такое коряжестое, шкарябательное. Посмотри. Как мышка вот там погрызет вот такой же звук. Вот такое что-то. Копошливое. И оно очень-очень-очень легко и культурно укладывается. Поняла юмор, да? Так. Понятное дело. Ну, тоже можно тряпкой помакать, в принципе. А можно, вот тряпкой заложила, можно дать мастихиновую такую нарядность. Взять желтый бирюзу. И прямо очень активно, очень нарядно вложить этот желтоватый цвет. Светлые партии любят густую краску, поэтому будет очень симпатично, если будет густо. Вот так. И чвякательно, и чуть-чуть чиркательно нарядное пятно. Может быть, по-прежнему
розочкой продолжить светлости вот этих мест. Чуть-чуть, чуть-чуть поукладывать. Сначала тряпочкой. Немножко поукладывать темнотики. Вот, скажем, у деревца есть темные проявления и светлые. Немножко и их тоже проявить. То есть нимбом вокруг желтый. Причем желтый как бы охристый. Возьмешь желтоту, возьмешь коричневизну. Будет охристый цвет. И вот этим охристым цветиком подложишь нимбик. Ну лучше, да, сначала светлый. Можно и красниночку даже задействовать. Вот такое состояние цвета, да? Подложишь. Понятно, что и камни будем. Вот у нас всюду эти нарядные желтые. Чуть, да, светлые партии, опять же, любят густую краску. Поподложишь. Белый тоже дает свет. Но смотри, не перебери. Чуть с красниночкой где-то. Красниночкой. Потом еще и плюс темниночки. Ну только небо все не свежее. Пока ладно? Я их не трогаю, да? Стволы. Да. После этого можно уже будет стволы подложить. Возьмешь тоненькую вот такую кисточку. Возьмешь красный, коричневый, синий. И уже в то, что ты нарисовала, начнешь загонять темнятинку. Можно вот эту красноту там увидеть тоже. Свет. Прямо ставишь и тоже тянешь. Именно вытягивательно создаешь ствол. Хорошо? Не проводя неистово, а вытягивательно. Вот такое, вот такое. Хорошо? Вот оно. Вот оно. А, ну вот эти камушки ты хотела, да? Давай сейчас посмотрим, как их. Значит, чуть-чуть. Вот здесь, кстати, камни очень хорошо пишут. А давай, короче, где мастер-класс, если что, дадут. Чуть-чуть вырежешь светики, и у тебя уже появится идея камней. Понашвыряла вот этих вот мелких, тоже красноту ломанную. Там мне-то что-то ломанное. Дилетанты часто рисуют их несколько какашечно. Не надо рисовать более ломанно. То есть не кругло, а ломанно. Хорошо? Угу. Вот. Ну и плюс светлотики, которые их окружают, подложишь. Тоже подложишь вот таких ломанных. Опять же, вот эти макушечки светленькие, а потом уже макушечки упакуем краской. Но не полностью закрасим, а так приупакуем. Приподним. Как камней, хорошая. Чуть-чуть их все-таки в контекст картины вогнать. А контекст не такой густой. Поэтому чуть-чуть успокоить, чуть-чуть отразить штрихом вот этим. И еще очень важно, чтобы уходящая линия была змейкой, а не... Где картинка, собственно? Была змейкой, а не вот такой полосой. Сейчас мы с тобой немножечко змеечку
подсадим. И здесь, то есть тоже поинтереснее уложить. И здесь вот это отраженное должно идти змейкой. И вот я, смотри, такими ступенями двигаюсь, да? Ступень, ступень, ступень. Тогда появляется красивый художественный эффект ухода. Художественный, когда есть ступенчатый уход. Я думаю, ты сразу с этим согласна. Значит, помнишь, мы начали брить краску? Я говорю, что потом еще немножечко дополним густотой. То есть не бомбить, просто лишь бы бомбить густотой. Хотя сама укладка, вот для этой картины она бы подошла очень, но не для этого. Значит, подобным образом камни и здесь нашвырять. Тоже идея ухода змейковидная. Кстати, еще и отражение. Идейка отражения вот этой светлой полосы тоже желательно. Ты еще сразу хочешь нарядненько. Стеклянную, да? Вот эффект стекла. Если не разбивается мастихином, разбить пальцем и светика подложить, например, вот этой части. Смотри, как эти мигалочки света воодушевляют. Сразу видно, что очень здесь приятно. Значит, дощупаешь воду до хорошенького такого состояния. Если немножко много света, чуть-чуть можно приубрать. Вот так вот, вывести. Деревья своей темнотой впали в темноту этой плоскости. Поэтому чуть-чуть вот прямо растворишь их. Несколько, да? Смотри, как цельность более интересно звучит. Здесь у нас вот эти коричнево-красные земли. Опять же, идея змеевидного уползания берега. И зеленый, активный, даже где-то ядовитенький, подсунуть его. Ты сейчас видишь еще и характер укладки, да? Подсунул одно, подсунул другое, перемешал. Берез давно у тебя не были на палитре с прошлого раза. Вот. Вот эти вот растительность. Вот она. Густота красочки. Макательно-моделировательно. Коричневый.
вспомогательно-моделировательно темно. И вот можно поставить на ребро. Какой-то нарядный вихоречек сделать, подразумевающий продолжение света зайчиками. Несколько не хватает нарядности вот этого пятна. Оно, так? Угу. Причем довольно цельное пятно. Оно не рябое. Не настолько рябое, как листики вот на краях. Угу. Аж почти бело. Прикольно? Угу. И уже это бело заслонят листики более передние. Мое предупреждение не услышало и съело слишком много неба. Дырчатый характер неба желателен. Поэтому возьмешь немножко неба и подбросишь его лоскутками. Подбросишь. А потом еще раз прибомбим зеленью. В том числе прибомбим вот такой укладкой. Поскольку это передний план, макательно, моделировательно придушим чуть-чуть. Нет, нет. Кисточка это будет очень... В наших руках кисточка сработает невкусно. Опытный художник бы сделал бы вкусно, и то не каждый. Вот оно, посмотри, какие хорошие черноты. Похожая чернота и с этой стороны тоже немножечко дошвыряешь. То есть это не заборчик или еще что-то, это змейка, уползающая вдаль. Она должна ползти. Можно под нее чуть-чуть расчистить территорию, чтобы она все-таки села. Коричневый есть на полице? Смотри. Змеечка. Угу. Вот такая. Вот такая. Нет. Нет. Змейка уползающая вообще, причем диаграмма тут вообще ни при чем. Вот такая утекающая вдаль змеечка. Здесь кустяка, похожий на это. И это хорошо. Чем больше что-либо перекрывает что-то, тем больше эффект пространства. Плюс цветоники. Вот такие густенькие кляксочки, которые дадут настроение. Цветочков. Где-то чуть светлее, где-то чуть темнее, вот они вот здесь развлекут уголочечек. Похожим образом и с этой стороны. Не только стрючковость, но и чирк в сторону. Чирк. Вот такой чирк. Сама трава, да, немножко стрючкова, но цветочки чуть пораскидистей. Вот это движение, конечно, нужно отрабатывать. Вот так же, как ты отрабатывала какой-то. Вот так же отрабатывать.
В разные стороны, да, не получается? Да. Это очень простое движение. Тысячи людей уже его это самое, освоили. Поэтому, ну, очень простое оно. Просто там вопрос меры, да, как меру соблюсти. Он, конечно, будет еще стоять, но в принципе ход мысли очень простой. Вот таким брикетиком, перпендикулярным холсту, совсем не обязательно делать. Это же тоже идейка, уползающая вдаль. Чего-то уходящего, правда? Да, вот искала, не могла найти. И вот у нас каменистая почва, отражение. Прямо вот аж такое стеклянное. Теперь немножечко сбиваем направление, не срезаем краску, а сбиваем направление. И у нас появляется вот это поколебленное плюс настроение вот этих звучиков. Серебристость воды. Симпатичные. Ну это кисточкой надо чуть-чуть дополнить. Резьбы дополнить содержанием. Вот так. И резьбы оставить, и добавить чуть-чуть. И ты видишь, да, то, что надо. Нечистый белый берем для этих вещей. Серебром фиолетового. Согласны? Белый как дополнительный, да. И уж, конечно, ни по какой не по косой. А только очень горизонтально. Когда будешь у воды, посмотришь, они очень горизонтально сидят. Именно из-за угла зрения. Серебром. Фиолетовизм. Вот такой есть еще трючечек. Вот такой. Я просто гоняю ту краску, которая есть, вот в эту. Намеки на стволы дальнего плана сначала царапнешь. Ты видишь, уже даже царапочка дает нормальное впечатление. Потом некоторым из них дополнишь кисточкой содержание. Потому что ты делала... Червяком укладку. То есть первоначальную укладку подзабыла и стала делать червяком. Посмотри, вот она укладочка. Не вот это прапор чеческое, а художественное. Зигзаг. Ладно?
То же самое зигзагообразный свет. Причем прежде чем ты здесь этот желтый навяжешь, сначала навяжешь туда сиреневый, который там жил. Потому что он вдали, а желтый вблизи дают эффект вот этого, вот этой дымки и пространства. И стоит нам сюда подложить. Можешь кистью тоже, вот так растопыренной кистью, растопыркой кистью, помоделировать зигзаги. Не надо спешить. И желтый с коричневым, и желтый с розовым. Хорошо? Вот такое. Очень нарядное. И ты видишь, это не червякообразные укладки. Все время укладка с зигзагом. Здесь как красиво. Ага. Красиво, да? Красиво. Вот эти вещи чуть-чуть подбросишь. Вот этой кистью. Моделировательно. Видишь, я разнообразю жу прикосновения. То есть это не кругленькое что-то, это зигзаг. Хорошо? Давай так. Спасибо. Да? Чтобы оно не было таким однородненьким. Какая глуховатая глубинка. И на глубинку вытащим, чуть-чуть вытащим различимую светлость. Да, вот одно заслонило другое, другое третье, появился дополнительный эффект пространства. Там немножко не так, но хорошо. Да нет, нормальные они там. Только ты их перетемнила. Мы как-то хотели с тобой не так темно. Свет яркий обычно засвечивает краснотой все. Даже горы вдали, вот в районе заката, обычно краснят. Логично? Да, вот сейчас вот, они вдалеке уже. Руки крупные, да? Так. Нормально там. Хорошо. Спасибо. Ага. Можешь ствол чуть-чуть уточнить, там объединение.